Всем привет! Сегодня мы с вами будем учиться делать узор крестики. Подготовьте, пожалуйста, пряжу, крючок, и мы начинаем. Итак, для вязания вам понадобится пряжа, можете взять любую. Я взяла Yan Art Jeans Plus, для того, чтобы вам хорошо было видно. Она чуть потолще Yan Art Jeans, и для нее я буду использовать крючок 4,5. Также для того, чтобы вам было хорошо видно все петли и что мы делаем. Новичкам тоже рекомендую использовать пряжу потолще и, соответственно, крючок большего номера. Для тех, кто вяжет уже долго и разбирается, вы можете использовать любую пряжу и любой крючок. А мы с вами начинаем. Итак, мы берем нашу ниточку, и для начала я попрошу вас набрать цепочку из воздушных петель. Если вы вдруг не умеете делать первую петлю и цепочку из воздушных петель, у меня есть отдельное видео, в правом верхнем углу вы его сможете найти. А мы тем временем с вами набираем 15 воздушных петелек. Итак, мы набрали 15 воздушных петелек. Мы это делаем чисто для примера. Неважно, какое количество вы наберете. Итак, теперь мы вводим крючок в первую петлю, тем самым замыкая в кольцо. И провязываем эти петельки, которые у нас сейчас на крючке. Сразу 2 петли. Итак, у нас получилось вот такое кольцо. Теперь давайте с вами разберемся, как же вязать наш узор. Все, что нам нужно сделать, мы вводим крючок в петлю. Обычно мы подхватываем ниточку вот таким образом, когда у нас крючок под ниточкой. Но сейчас нам нужно сделать так, чтобы крючок был над ниточкой. Соответственно, мы подхватываем и провязываем. В следующую петлю то же самое. Раз, и крючок над ниточкой. Подхватываем и провязываем 2 петли вместе. Снова вводим. Крючок у нас над нитью. Протянули в петельку, провязали 2 петли. И таким образом мы с вами провязываем по кругу целый ряд. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Итак, смотрите, вы провязали целый ряд. И точно так же провяжите, пожалуйста, второй ряд, чтобы вы смогли запомнить. Начиная с первой петельки, вы точно так же вводите крючок у вас над ниточкой, и вы провязываете. Следующую, крючок над нитью, и провязали. В следующую, снова крючок над... В следующую, снова крючок над ниточкой, и провязали. Таким образом, провяжите, пожалуйста, и весь второй ряд. Начиная со второго ряда, вы уже будете хорошо и четко видеть этот узор, ради которого мы выполняем вязание. Я сделала 10 рядов, и сейчас вам покажу также, как вы можете закончить вязание. Я рекомендую сделать соединительный столбик, отрезаете нить и закрепляете, если вы довязали до нужного вам размера. И также хочу сказать, что вы можете набирать разное количество петелек. Именно я набрала 15 для того, чтобы вам показать, как вообще вяжется такой узор крестиками. Вы набираете столько, сколько вам нужно. Это может быть 15, 20, 30, хоть 100 воздушных петелек. Вы закрепляете их в кольцо и, соответственно, вяжете. На этом свое видео я заканчиваю. Надеюсь, у вас все получилось. Если есть какие-то вопросы, пишите под видео. А мы с вами увидимся уже в следующем уроке. Всем пока!